Ассаламу алейкум, рахматулла, джума мубарак, пятничный день, друзья мои. Сегодня мы разыграем с проектом Умра Хадж путевку для пассажира маршрутки, иншаллаху рахман. Я надеюсь, в маршрутке найдется человек, который едет сейчас в пятничный день в мечеть за час до намаза, иншаллаху рахман. Мы едем в центральную джума мечеть, выберем маршрутку и поедем туда. Я даже, честно говоря, я давно не ездил на маршрутках, поэтому не судите меня строго. Я даже не знаю, какая маршрутка сейчас туда едет. По-моему, 44-й едет туда, куда надо. Давайте. Для кого-то этот день сегодня станет особенным, иншаллах рахман. В мечеть пятничный день много людей ездит? Ездят, да, ездят. Иншаллах рахман, посмотрим. Всем еще раз ассаламу алейкум, рахматулла. Счастливого пути. Не, не вопрос. Сегодня не вопрос, сегодня другой сюрприз ждет. Для людей абсолютная неожиданность, ну то, что мы сюда сели с камерой. Я понимаю определенный дискомфорт, который они ощущают. Но я надеюсь, что мы все вместе порадуемся итогу нашего сегодняшнего путешествие. 10:49 на часах, 19 ноября. Ни один человек маршрутки не знает, что мы хотим предложить. У меня вопрос ко всей маршрутке. Есть люди, которые, вот человек, который сейчас едет в мечеть на джума. А? На джума. Вы едете? Есть еще кто едет на джума? Осталась одна остановка. Кто на джума едет? Когда доедем до туды, посмотрим. Если у нас останется один человек, тогда он получит тот сюрприз, который приготовил наш проект. Если будет 2-3 человека еще присоединиться, тогда будем там по ходу смотреть. Вот этот один человек сейчас едет. Вы прямо сейчас в мечеть едете? Да, да, да. То есть вы отсюда с маршрутки пойдете в мечеть? Да, да, на русском. Я правильно понимаю? Да, да, да. Больше нет человека, который идет сейчас в мечеть. Я понимаю, что, может быть, вы дальше едете. Я в мечеть, кто сейчас идет? Вот сюда. Так, здесь остановите, где вам удобнее. Во-первых, мы оплачиваем за всех. Давайте поаплодируем этому человеку, потому что только что этот человек, вот, который направляется в центральную джума мечеть города Махачкала, получит от проекта Умра Хадж путевку на Малый Хадж. Давайте поаплодируем им все вместе. Наверное, многие захотели бы сейчас пойти в эту мечеть, но я реально, этот человек не в курсе. Подождите, давайте представим. Салам алейкум, рахматулла. Вас как зовут? Шамиль. Шамиль, дорогой мой. Как вы попали в эту мечеть? Как? Вы именно в эту маршрутку с тем человеком, который... Я живу там, рядом живу, на Рузман как раз. Вы чем занимаетесь? Я бухгалтер. Вы каждый раз за час до намаза выходите? После Рузмана иду на работу. После Рузмана? За час до Рузмана вы выходите, приходите в мечеть? Да, вот как успеваю. Просто некоторые люди впритык приходят в мечеть. Я впритык не успеваю, просто на работу если пойти не успеваю, поэтому сюда на Рузман прихожу, потом иду на работу. Вы откуда? В смысле район, город? Русский район, Селене Риквани. Брат мой, я хочу вас поздравить, давайте на фоне мечети это сделаем. Мы среди подписчиков Умра Хадж провели опрос, кому вручить путевку, водителю маршрутки или тому, кто будет в пассажиру маршрутки. Это не видел. Вот. Люди проголосовали за того, кто за пассажира, который будет ехать на джума. Я откровенно говоря, хотел бы, чтобы сегодня вот прям 5-6 человек здесь было. Но я понимаю, что люди, очень многие впритык приходят. Вот человеку, который сегодня чуть-чуть раньше вышел, Аллах предопределил вот эту победу. И мы его искренне поздравляем. Пусть Аллах баракат не спошлет там, когда будет. Вы на Умра были? Нет, не был. А в Хаджи были? Ни разу не был. В Хаджи тоже не были? Ни разу не был. Пятничный день какие-нибудь поздравления, ну что-нибудь нашим подписчикам. Желаю здоровья, всех благ. Все по делам. Что-то он не плачет, да, подозрительно как-то. Может, он что-то знал? Пойдем.
Я думал, вопросы будут задавать. Это как обычно. Вопросы бывают обычно. Нет, сегодня не вопросы, сегодня подарки, дорогой. Пошли, пошли. Друзья мои, я предлагаю сразу подняться в Марва, зафиксировать, чтобы он своему счастью все-таки поверил. Слушай, ты сегодня какой-нибудь сон видел что-нибудь? Вроде нет. Ты какой-нибудь дуа делал? Ну, дуа делал, давно делал. До утреннего намаза не вставал случайно там? Я Аллах, ну в конце концов. Давно просил хадж. Пошли, 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 пошли. Просто маршрут, просто маршрутку сел, просто маршрутку сел. Заветное окошечко. Салам алейкум рахматуллах. Очередной клиент, человек, который выиграл путевку на Малый Хадж от проекта Умра Хадж. Ему что нужно будет принести сюда? Российский паспорт и загранпаспорт. Российский паспорт, загранпаспорт есть? Срок закончился. Надо будет делать срочно причем. Слушай, я за тебя расплачивался. Я за тебя сейчас скубую мужскую. Шоковое состояние, пока. Ты какую-то дуа делал, может быть, я мне. Ты женатый? Да. Ты кому-нибудь сказал уже по дороге, что-нибудь скинул кому-нибудь информацию о том, что ты путевку получил? Не, я пока еще не видел путевку, поэтому. Путевку еще не видел, говорит, поэтому пока. Пусть Аллах хорошо. Джума Мубарак, пусть Аллах примет айбадат, поклонение, все, что сделал, то, что там тоже, иншаллах, рахман, будешь делать. После Розмана, ну, фамилия, имя, отчество. Ну, в общем, в любом случае, тебя уже видели. Сюда придешь, админ с тобой свяжется, давай номер телефона свой скажи. Я скину твои данные ей, она с тобой свяжется, уже, ну, обсудите какие-то детали, если что-то нужно будет, тебе непонятно будет, или ей все вопросы задашь, никаких вопросов, там уже решите, как что. Поздравляем еще раз. Дуа аманат. Иншаллах, иншаллах. Пусть Аллах будет доволен. Баракаллах. Баракаллах.